Так, это у нас Сатурн. По-моему, красота. Значит, Сатурн постепенно разворачивается к нам, к планете Земля. Так что кольца будут смотреть на нас четко ребром. И это будет очень досадно, потому что мы какое-то время не будем видеть этих чудесных, замечательных колец. Так, Сатурн от нас 1 миллиард 365 миллионов километров. Пошли посмотрим на Юпитер. Он только встал. Ну, я думаю, сегодня какая-то поразительно хорошая видимость. Сейчас Луну снимал, когда она просто уже касалась горизонта, и видно было даже кратеры, но дымка эта обычная пыль не мешали. Так, а вот до Юпитера сейчас рукой подать. 3 ноября, сегодня 18 октября, Юпитер будет в противостоянии, то есть на ближайшем расстоянии к Земле. Будет 595 миллионов километров до него, а сейчас, по-моему, 600 миллионов. Ну, конечно. Все-таки. Рядом спутнички уже видны. Но это он низко над горизонтом еще. Все-таки видно даже, как атмосфера колеблется от Земли, которая идет. То есть, ну, даже сейчас я полосы вижу экваториальные, прощупываются. Надо будет посреди ночи выйти поснимать. Ладушки, пока так.